Здравствуйте, меня зовут Исраилова Нигина, и я дизайнер интерьера. Сегодня я в гостях в шоуруме Ideas by Daphna, и тема нашей сегодняшней рубрики – сервировка стола в стиле Прованс. Сервировка стола начинается с оформления цветами. Они придают легкость и изящность нашему столу. Следующим этапом у нас идут фрукты. Обратите внимание на нашу изысканную вазу. Грамотно подобранная посуда позволяет правильно засервировать наш стол. И первым этапом идет сервировочная тарелка. Далее у нас идет обеденная тарелка. Она диаметром меньше, чем сервировочная тарелка, но тем не менее это основа сервировки. Следующим этапом у нас идет расстановка столовых приборов. Обратите внимание, какого красивого медного цвета данный комплект. Расскажу немножечко о правилах сервировки. Вилка ставится слева от тарелки. Нож ставится острием к тарелке. Обратите внимание, что столовые приборы должны стоять от края стола 2-2,5 см. Так будет смотреться более ровнее и гармоничнее наша сервировка. А сейчас настало время для расстановки стаканов. Обратите внимание, что стаканы должны стоять с правой стороны, слегка по диагонали от нашей тарелки. Обязательным элементом сервировки являются салфетки. Обратите внимание, как интересно мы обыграли ее веточкой розмарина. Салфетки кладутся на тарелку. С сервировкой мы закончили, ну а сейчас приступаем к следующему этапу – наполнение нашего стола вкусной и свежей выпечкой. Вот такой красивый стол у нас сегодня получился. Надеюсь, вы вдохновились новыми идеями. Все представленные элементы декора и посуды вы можете найти в шоуруме Ideas by Daphna. Ну, а на сегодня все. С вами была дизайнер Исраилова Нигина. Пока-пока.